Маймере Дашу и Ивана, вырубов, едет в деревню, где жила родная мать Даши, чтобы уничтожить письма из детского дома. Даша находит видеокассету с записью празднования дня рождения Иды и узнает в домработнице свою недавно умершую мать Серафиму. На работе Даша вступает в открытый конфликт с коллегой и увольняется. В заброшенном доме Даша сталкивается с Вырубовым. Тот утверждает, что разыскивает Иду по просьбе матери Даши. Узнав о мечте Майи стать дизайнером, Анна Петровна показывает девушке коллекцию фамильных украшений. В надежде помочь, Даша просит Диму передать конверт с фотографиями пропавшей сестры Вырубову.